Стоматология «Рич Дент» находится в самом центре города. Удобные автомобильные и велосипедные парковки. Комфорт, уют, доброжелательность, забота о каждом пациенте. Прием ведут врачи-стоматологи высшей категории. Все виды лечения. Художественная реставрация, профессиональная гигиена и отбеливание, протезирование. Для лечения используются только высококачественные материалы ведущих мировых производителей. В стоматологии действует бесплатная консультация. План лечения составляется сразу несколькими специалистами. Прием детей от первого зубика. Пребывание в стоматологии «Рич Дент» для маленьких пациентов комфортное и безболезненное. Мы заботимся о наших пациентах. 100% гарантия качества лечения. Низкие цены и высокое качество услуг. Безупречный стоматологический сервис. Ждем вас по адресу. Город Витебск, улица Суворова, 23. Без выходных с 9 до 19 часов. Мы работаем, чтобы сделать вас счастливее. Хотите добавить настроение вашей спальне, создать уют и подчеркнуть стиль? Спешите за покупками в магазин «Постелька». Роскошные, яркие, нежные комплекты постельного белья из тканей белорусского и импортного производства, а также широкий выбор домашнего текстиля, который вы полюбите. Комплекты постельного белья из бязи, поплина и других высококачественных тканей по разумным ценам станут украшением любого дома. Удобные мягкие подушки, теплые и уютные одеяла, мягкие пледы, декоративные подушки, нежное полотенце, недорогие комплекты постельного белья с детским рисунком порадуют вас качеством и оригинальными расцветками. Постельные принадлежности можно выбрать в комплектах, либо отдельно. Большой выбор наволочек, пододеяльников, простыней разнообразных расцветок и размеров. В магазине представлен широкий выбор вафельных полотенец для кухни, а также купальных полотенец из вафельного полотна, которые очень удобно брать с собой на пляж или в сауну. Они отлично впитывают, быстро сохнут, занимают мало места. В магазине «Постелька» можно остановить свой выбор на готовой продукции, а можно заказать наряд для вашей постели в индивидуальном порядке. Для матрасов нестандартных размеров возможно изготовление простыней с эластичной тесьмой, а застежка пододеяльников и наволочек на тесьму «Молния» – это удобно, красиво и практично. Профессионалы швейной мастерской магазина «Постелька» реализуют ваши пожелания в кратчайшие сроки. Срок изготовления – до 5 дней. Заказы принимаются от физических лиц и организаций, возможен безналичный расчет. Магазин «Постелька» желает вам приятных покупок и ждет вас с 10 до 19 часов в будни и с 10 до 17 часов в субботу по адресу: улица Воинов-Интернационалистов, дом 13. Аренда помещений в Витебске. Торговый центр «Норд» предлагает помещения под офисы и торговые залы. Наши преимущества. Центр города. Удобная парковка. Современное трехэтажное здание по адресу: улица Терешковой, 9В. Звоните по телефону 55 67 69. Часто нам хочется порадовать себя и своих близких чем-то новым и необходимым. Не всегда знаем, чем. А таким подарком может стать фирменная продукция открытого акционерного общества «Витрайбыт», качество которого подтверждается ежедневно на протяжении уже многих десятилетий, а разнообразие ассортимента удовлетворяет самый изысканный вкус. Многие горожане уже по достоинству оценили продукцию из натуральных тканей, которые не деформируются и сохраняют яркий цвет даже после многократных стирок. Одеяло, пледы, подушки, полотенца, комплекты постельного белья, одежда для дома и многие другие товары, производимые открытым акционерным обществом «Витрайбыт», изготовленные с любовью сотрудниками предприятия, востребованы в любое время. Яркие современные расцветки внесут новые, незабываемые краски в ваши будни. Вам приглянулась цветочная поляна или порхающие мотыльки? Покупайте! В фирменной торговой палатке вы сможете приобрести понравившийся товар,
А если есть необходимость, сделать индивидуальный заказ и получить наволочку, простыню или даже целый комплект постельного белья из понравившейся вам ткани, даже нестандартного размера. А можете сделать заказ по каталогу. Руководство и коллектив открытого акционерного общества «Витрайбыт» постоянно работает над расширением ассортимента фирменной продукции. Особой популярностью пользуются комплекты постельного белья с компаньонами. При их производстве используются ткани двух рисунков. Тщательно подобранный компаньон гармонично подчеркивает красоту основного материала. В продаже есть стандартные и детские комплекты постельного белья. Неизменным остается одно – натуральные материалы, высокое качество продукции и демократичные цены. Продукция собственного производства, открытое акционерного общества «Витрайбыт» было и остается востребовано у жителей и гостей нашего города. Такие качественные покрывала, яркие красивые полотенца, легкие теплые одеяла способны преобразить любую спальню, улучшить настроение, создать уют домашнего очага. Наша продукция соответствует высоким требованиям покупателя. Мы приглашаем всех гостей и жителей города за покупками. Приходите к нам, покупайте, радуйте себя, радуйте своих близких. Продукцию открытого акционерного общества «Витрайбыт» можно приобрести в фирменной палатке, которая находится на улице Ленина в районе городской ратуши. Вам хочется свою квартиру или загородный дом сделать уютными, комфортными, стильными и не похожими на другие? Это реально! И даже в квартире типовой многоэтажки можно создать свой по-настоящему уникальный интерьер. Компания LAR-M предлагает дизайнерские решения по обустройству многогабаритных квартир с использованием популярной во всем мире мебели-трансформер. Мебельные трансформеры стали занимать особое место в интерьере нашего дома. Их многофункциональность позволяет не только моделировать пространство, но и решать массу проблем по организации быта. В сложенном виде мебельные трансформеры компактны и могут применяться на небольших пространствах. Для удобства и экономии места гостиной комнаты альтернативным решением стали шкафы-кровати. Это настоящий подарок не только для любителей интерьеров в стиле минимализма, но и для обладателей квартир неудобной планировки. Днем откидная кровать выглядит как шкаф, а удобные в применении механизмы раскладывания с легкостью превращают шкаф в полноценную кровать. Они могут иметь функциональное дополнение в виде боковых полок, тумб, пеналов и комодов. Аналоги шкафов-кровати – тумбы-кровати, отличительная особенность которых в горизонтальном раскладывании спального места. Подобные конструкции-трансформеры компания LAR-M комплектует ортопедическими основаниями из металла, которые обеспечивают прочность и надежность. Особенную популярность завоевали столы кровати для подростковых комнат. Этот вид мебели объединяет письменный стол и спальное место. Они могут быть как одноярусные, так и двухъярусные и объединять два спальных места. Разнообразная цветовая гамма и дополнительные модули позволяют создать яркие, максимально удобные конструкции. Удобная, надежная и комфортная мебель от LAR-M – это выбор практичных людей, идущих в ногу со временем. LAR-M экономит ваше время, деньги, пространство. Хотите подобрать мебель и технику для дома без лишних затрат и беготни по магазинам? Тогда вам в торговый дом «Витязь». В торговом доме «Витязь» всегда большой выбор корпусной и мягкой мебели от лидирующих белорусских производителей по доступным ценам. Практичные наборы корпусной мебели для кухни, обеденные группы, столы и стулья, роскошная мебель для спальни, матрасы различных конструктивных типов, яркие и функциональные гарнитуры для детской комнаты. Порадует также большой выбор мебели для отдыха различного ценового уровня. Диваны, тахты, кресла, матрасы, мебель из ротанга, дачная мебель. Для ценителей роскоши и комфорта в торговом доме «Витязь» работает фирменная секция корпусной мебели Калинковичского мебельного комбината. Стильная и качественная мебель отлично впишется в интерьер и создаст идеальный образ вашего дома. Без лишних затрат времени вы сможете выбрать не только мебель, но и качественную современную бытовую технику для кухни, газовые плиты, встраиваемую технику, холодильники, технику для уборки помещений, стиральные машины, электробытовую технику для ухода за телом, электроинструменты, теле- и радиоаппаратуру,
телевизоры, тюнера цифрового телевидения, антенны, аппараты квантовой терапии. А подчеркнуть индивидуальность вашей квартиры и создать настроение помогут яркие и красочные картины и часы. На отдельные группы товаров действуют скидки. Товар можно приобрести в рассрочку. Торговый дом «Витязь» работает без обеда и выходных с 10 до 19 часов. В субботу с 10 до 17, в воскресенье с 10 до 15 часов. Ждем вас по адресу: проспект Строителей, 33. Пройти техосмотр транспортного средства в Витебске теперь стало проще. Открылась новая диагностическая станция номер 231. Это уже третья СТО, владельцем которой является общество с ограниченной ответственностью «Технотекс». С ее появлением в областном центре теперь функционирует 11 подобных объектов. Работа диагностической станции значительно облегчает прохождение гостехосмотра и получение допуска на участие транспорта в дорожном движении как для юридических лиц, так и для владельцев собственных авто. Выдающаяся особенность ее – наличие двух линий диагностики, а это в разы увеличивает пропускную способность транспортных средств. Качественное и надежное обслуживание клиентов на новой СТО осуществляется благодаря многим составляющим. Основные из них – современное оборудование по последнему слову техники, которым оснащена станция, грамотные специалисты, инженеры-диагносты, осуществляющие процедуру техосмотра и целый перечень услуг по диагностике автотранспорта, комплексный подход, принцип одного окна, который гарантирует удобство и упрощение работы, сокращение времени на техосмотр и обслуживание транспортного средства, а также оформление необходимых документов. Удобное место расположения в черте города. Новое СТО находится по адресу: улица Терешковой, 9В. Новости телеиндустрии. Витебский городской телеканал «Наше ТВ». Весь спектр телевизионных развлечений. Новости, фильмы, сериалы, музыка, мультфильмы, производство авторских программ и рекламы. Телефон 60-28-60. «Наше ТВ». Смотри свое. Ваш компьютер устарел и уже не в силах справляться со сложными задачами? Пришло время менять его на более совершенную модель. А можете остановить выбор на более портативных вариантах гаджетов – планшете или ноутбуке. Салон компьютерной техники в торговом центре «Европа» предлагает множество видов современной компьютерной техники от производителей с мировым именем. Здесь вы сможете подобрать то, что подойдет именно вам. Большой выбор компьютерного оборудования различной конфигурации для дома, учебного заведения, офиса для самых разных пользователей, деловых людей и обывателей, студентов и школьников, домохозяек и геймеров. В продаже имеются сопутствующие товары: флеш-карты, колонки, мониторы, веб-камеры, наушники, микрофоны, клавиатуры, комплектующие и многое другое. В салоне компьютерной техники в торговом центре «Европа» вы также сможете приобрести оргтехнику, планшеты, ноутбуки, автоэлектронику, проводные, радио и мобильные телефоны. Порадует огромный ряд моделей ЖК-телевизоров, персональных компьютеров и акустических систем. Продавец-консультант окажет вам компетентную помощь в выборе товара. Вы будете удивлены не только количеством моделей, но и приятными ценами. Хотите приобрести технику в кредит? Отличное решение! Кредит сроком до 3 лет или рассрочка до 10 месяцев – выгодное предложение. Салон компьютерной техники находится по адресу: торговый центр «Европа», павильон 18. Время работы с 10:00 до 19:00 без выходных. Сколько шагов нужно сделать, чтобы влюбиться? Для кого-то, может, хватит первого взгляда или первого прикосновения. Возможно, понадобится первый поцелуй. Но для того, чтобы полюбить нас, достаточно одного глотка настоящего кофе. Эль-кафе. Кафе, влюбленное в вас.
Ледовый дворец спорта в Витебске – отличное место, чтобы провести время с пользой для своего здоровья. Здесь знают, как сделать досуг разнообразным, развлекательным и приятным. Спортивный комплекс предлагает жителям Витебска и области широкий спектр спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, просмотр спортивных матчей, разнообразные праздничные шоу-программы и концерты звезд эстрады. На современной тренировочной базе Ледового дворца спорта успешно проходят учебно-тренировочные занятия детей и подростков, что дает возможность воспитать из них профессионалов и просто здоровых людей. На ледовой арене для жителей и гостей города, а также любителей активного отдыха, организуется массовое катание на коньках. Здесь же оказываются услуги по прокату и заточке коньков. Предоставляется возможность для тренировки хоккейных любительских команд. Позаботились в спортивном комплексе и о тех, кто мечтает об идеальном теле, стройной фигуре и хочет всегда быть в отличной физической форме. К их услугам – тренажерный зал. Для девушек – программы коррекции фигуры и снижения веса. А для мужчин – программы увеличения мышечной массы и подготовки к соревнованиям. Профессиональные тренеры подберут вам идеальную систему тренировок. Тренажерный зал Ледового дворца спорта универсален. Он подойдет для посетителей любого уровня физической подготовки. А еще в Ледовом дворце спорта есть отличное место, где так приятно отдохнуть в перерывах между хоккейными матчами и спортивными тренировками, перевести дух или просто подкрепиться. Кафе «Айс». Оно открыто для всех посетителей спорткомплекса и приглашает попробовать салаты, горячие и холодные закуски, вкуснейшие блюда европейской и белорусской кухни. Каждый житель города может в любое удобное для него время посетить кафе, вкусно позавтракать, пообедать или поужинать. Обходительный обслуживающий персонал, приятный музыкальный фон и демократичные цены позволят каждому посетителю кафе «Айс» получить неизгладимое впечатление от отдыха в нем. Витебский дворец спорта – отличное место для здорового отдыха.